Ой, боже. Дурак, Оскары. Вот и фиксирует рыч. Вот, пожалуйста. Сегодня у меня в гостях самый близкий Колька, рэперс. Здравствуй, Коля, здравствуй. Коля, если что со мной вопросы можешь задавать, все, дараж кидать мне, только кидайте, мы потом и кидаем. Смотря. Вот такая вот еда сегодня, покушали, сейчас мы с Колей перекусили. Батуа, привет. Можешь нет. Сделать подсъем пены за компом? Он меня не слышит. Могу. Они слышали, что тихо, ошибся, донат мимо. Спасибо, здравствуй. А вот, покушали. Привет, залупа лягушки, а ты че за рыганину сегодня ела? Енота сожрал, что ли? А сейчас пришел на поток собирать на бутылку водки, долбёб алкаши на блядь. Ну, давай начнем нормально все-таки вести себя сегодня. Заказал фастфуд, если в этом лев Макитре голый мужик прыгал, а они в нем суп какой-то тухлый сварили. Деградация 30-летних лысых женщин. Дальше, привет. Говори. Ты показываешь привет, скриншоты Андрюш. Хрючева из Resident Evil 7? Там, где семья у родов месила глину, да, а потом ела ее и угощ... Дальше. Дальше начали тестировать, мыть, нарезать, готовить, ждать. Да, ты пернул. Ничего, что я здесь... Забавно, будет батуашки смотреть со стороны, как шизофреник. Валера пишет кресло и изображает пену. Он это на всю жизнь запомнит. Мы будем сейчас играть с батуа на двух этих. Ну как, я буду клавиатуру. Нет, ты клавиатуру, а я мышку. Мы будем играть в зомби на двоих. То есть один будет мышкой управлять, другой клавиатурой. И будем вот так попускать. У меня всех. Когда бабушка поросята отходит кормить, такая же бужда получается. Ха-ха-ха. Коля, слышишь, минус? Айо! Давай, Коля. Твой выход. Целлофан, бэби. Я бэби, чикис, ага. Давай. Yo. Коля, давай. Uh-huh. Давай, Коля. Это вступление. Антракт. Коля, давай. Давай, Коля. Коля, работай. Работай, Николай. Давай. Коленька, как быть на месте пены под столом? Это твое место, как какой рэпер ты платишь? Оказывается, есть пены шутрона, как Вилли и Яша из Манигала. Подпалил волосы, и теперь они лапы. И в глаза твои посмотреть, все мои мысли лишь о тебе всегда. Всегда. Я нюхаю твою. Нюхаю твою, бэйби. Ага. Даже летом, и когда падают листья. А, я листья падают. Хочу увидеть твои глаза и поцеловать тебя в твои розовенькие губки. Бэби, половой. Все, если твоя пися розовая, работай, Коля, еще работай. Молодая совсем. Работай, Коля. И ты не стала милфой. Я, бэби, я буду твой, твой. Только твой. Только твой. Моя хорошая детка. Детка, йоу. Пососи конфетку. Отсосу тебя, как конфетку. Я, бэби, а. Я твой клитор лежу. Лежу, я, бэби. И на кровати лежу, йо, положу тебя на спину и атакую тебя агрессивным отлизом, йо. Я бэби, а чикиз, а йо бэби, а йо. Целлофан, бэйс. Целлофан, йо. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 000 рублей. Бесплатно.
Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Как ты не смеешься, когда вживую видишь, когда 34-летний Дениска напрягает свои нежные женские голосовые связочки и имитирует голос Дела. Я бы орал, как сука, с этого. Поделись своим впечатлением, скажем так. Да, они потом на старый свет сдуваются, висят, обвишь. О, меня показывают. Заткнись. Кара, да. И вот она прям сильная, она прям проходима, она проедет даже там, где Нива сегодня не смогла проехать. Там, где волки срать боятся, вот так сказать тогда. Чтобы друга в гости пригласить, ты что для жены сделал? Шманю всю выполировал или купил новые духи с сумочкой, или вы вдвоем в Ламоду сходили ей за духами? Коля, что он сделал, чтобы тебя жена пустила? Поди слушай эту хуйню. Так, вот Коля изучает вон клавиатуру, с которой ему предстоит сейчас сыграть. Вот он, Коля, сидит, смотря. Оффай с позором. Иди дальше, енотов разводи наказанные. Ну и брэээт. Вот Коля, видишь, сидит, смотря. Вот он, Коля, сидит, смотря. Коля, привет, скажи. Коля, привет. Привет, ребята. Да, это Коля распальцовку делает, смотря. Коля распальцовщик, смотря. Коля, скуф. Вот, смотри, еще. Опа, Коля, смотри, опа. Вот, смотри, Коля. Вот, смотри, еще. Опа. Ой, боже. О, Сабнатику, блин, давно я там не был. Второй частик не прошел, конечно. Вот так вот, Коля, надо садиться, смотри. Ага. Вот так вот, смотри. Все, блядь, Коля! Да хуя ты туда, если ты видишь, что недолетка? Ты проиграл игру, это ты виноват. Коля, ну недолет, ну ты что, не рассчитал, ебать, ну все. Бать ты дал, ну я думал, ты хоть вниз пойдешь, потому что там уже недолетка была. Первый блин комом, первый шурпа комом. Если ты видишь недолетка, сразу принимай меры для того, чтобы ближе приземлиться, Коля. Кари-сиги-змей, выходит из жопы моей и твоей. Напиши что-нибудь. Кари-сиги-змей. О, Нанечка, да, твоя, походу. Два дотстера, один тупее другого, не смогли додумать со второй компьютера взять. Теперь один сидит, другой смотрит, как коколт на другого. Нет, мы вдвоем играем. У него клавиатура, у меня мышка. Ты, блядь, нахуй иди. Сам. Иди, блядь, тебе сказали. Дурак. Ай. Сейчас-то не надо. Блядь, перезаряди аппарат. Перезаряди, Коля. А, да. Есть контакт. Первый пошел. Убирай. Ctrl-2, Коля. Работаем из машины. Есть карта. Перезарядка. Коля, Ctrl-2. Есть контакт. Есть контакт. Жесть, Коля, тогда мы работаем. Ctrl-2, Коля. Работаем по технике. Вон аирдроп. Да, Аралут. Есть контакт. Не, давай не будем рисковать, Коля, у нас пока есть пульки. Напоследок из-за. На зону. Есть контакт, зона. 38 девчонок против двух мутантов, пожалуйста. Есть. Богдан Пенисов умер, все. А, дед, каково это иметь ручного гномика? Нормально, на наход. Есть контакт. У нас в машине, по-моему. Николай, старая лысая женщина вас использует в своих целях. Грабит блэков. Сука. Не такая уж и старая. Эрку, яшку. Перезаряд, Коля. А. Во! Очень аккуратно, Коля.
Коля, не надо, Коля, просто Ctrl 2, не выходи с машины и дробовик. Есть контакт, сейчас буду работать. Аккуратно, очень надо, аккуратно как-то будет сейчас. О, сука. Повернись на дроб. Есть контакт. Николай, 34-го года для женщины, это уже край. Можно сказать. Есть контакт. Машина! Блядь, где украли, машина? Ее украли, Коля. Перезаряди аппарат. Школьник, сука. Коля, не надо трогать кнопку. Перезаряди, Коля. Ну, а ну поверни налево. И правее чуть. Правее. Правее, блядь! Вот, стоп. Не, Коля, там чел сидит. Как ты знаешь? А по-любому, что думаешь, просто спехов стоит там. Что делаем? Что делаем? Не должен стоять, мы мрем. Давай, Гойда! Там тарарам пам 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 парам пам 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 пам. Да, Коля, Коля, пизда. Блядь! А, сука, меня уже пригули. Это пацан, я знаю, его мать шлюха. Она сосала хуй мне, кстати. Прикинь? Два раза. Ну это не считается, потому что нас не убил человек, а машина убила. Ну по сути, мы же не умерли от зоны, нас машина убила. Поэтому это похуй. А чё так мы выглядим не очень? Это, ну, просто зум такой. А, зумируем человека. Есть контакт. Вот, ребят, смотря. Мышка у меня. У меня мышка. Коля клавиатура. Два киберспортсмена. Привет, работают. Мой любимый стример. Работают как дела у самого сильного игрока, да, в игры? Привет. Всем привет. М. А, я вижу сейчас. М. 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 О, смотря. М. А ты откуда знаешь? Че, ты ничего не понял? Коля, а, если Пенисита держит тебя в заложниках, скажи мне, я вызову копов. Пенисита не может ничего, он даже это, бутылку пятилитровую поднять не может. Коля! А-а-а! Че там, сколько? 77 девочек. Да он, а? О, подожди, тут моя фотка должна быть как вид киберспортсмена. А вон он, я, кстати, посередине смотря. Меня просто не видно из-за этого. А, за кубком, да. За кубком, да. Жес. А, твои фотки тут и нет, Коля. Странно, конечно. Хотя нет, не странно. Ты должен быть в кубке рэперов. Там ты среди дяди Джая и Чипиндокса. После стрима в очко сухача лупанут. Зик халь. Осужда. Коля, тебя видно лицо вонючее. Ой, мое видно. Коля сидит... Какой же ты гондон оказался, нашел с собой подсоса, насрал на советы зиблов, рыбзяху, состыга по полной, он нас за людей воспринимает. 34-го года каблук контента на тренинг позвал долбой, оба сопляжу и кринж. Убийца, ну и веточки. Дед, ты скажи чатику лучше. Ты свечку с какого разу задуваешь? И где енотик? Енотик, кстати, вкусный был. Ты дурной? А, я это вслух сказал? Алло, Коля, привет. Нажми Alt плюс F4 и дай пензелу липоса сходу, чтобы дура пожилая отвалилась. Коля, не слушаю. Коля, Коля! Меня! Мы с другом гуляли по набережной, вот, и к нам, да, подошла девушка. Познакомились сюда с ней, оказалось, она не против тройничка. Продолжить, ага, общение с ней или нет? Ее, кстати, Алина зовут. А, привет, и передай, кстати. Как у нее дела? Нет, подожди, стой. И это, верни обратно, поменяю сюда. Долбоба на стрим позвал. Ну, чтоб меня позвал. Иди нахуй, пена. Денис и Николай. Приятного стрима. Ошибся, Коля, Денис, что случилось с Симагиной? А кто почему это? Ты перестал, а кто с ним это? Общаться, а кто и заходить речь на стримы? Ты слышал, что я сказал? Кто-то, какой-то Сим, кто это?
Да, Коля, все. Семашка? А, Семашка, дурка такая. Да. Есть такое, есть. Ща два лысака нажрутся и пустит пену по кругу. Во. Ели там, бля. Калашник очередь не, ну, не нравится. Вот это провальный. Аккуратно, Коля, блядь! Мама, папа, сука. Прикиньте, заблы, как у Калища образ деда сломался. Сидит рядом пеной и рычит голосом деда, отыгрывает двоих людей. Ха-ха! Реально есть чел, который думает, что я и пена — это один человек. Динозавр, ты зачушпанился, получается 0-0-0-0. А сядь на второе место. Сейчас нас перевернут. Ой. Ой, сука. Охренеть. А так подошел бы к каждому. Ты бы дал. Давай, контр 2, Коля, отработка! Как раз лодка подрублена, как удобно, пусть она вылезет из-под стола. Отмазка, ты признаешь, что ты на один человек слабо доказать? Без отмазок, без шуток, покажи пену, или ты будешь унижен, как лох. А, Маслори, а собственно, о, привет, Лолита, привет, любимая, единственная. И Заюша, здравствуй. А, пришла, меня услышала, понял, блин, любимка, сразу почувствовал любовь мою. Заюша. Что случилось, Коля? 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 Что случилось, ебанько? Что случилось, блядь? Что случилось, спрашиваю? Что ты делал? Ты что, умер? Зачем, Коля? Ты дурак? Ты зачем умер? Зачем человека убил? Блядь, Коля, сука, зачем умер, нахуй, блядь? Меня не видно, надеюсь? Привет, привет. Верни Ленина в мавзолей, пишут. Ой, Коля, блядь, ебанько! Ты дурак, Коля, Скары! Ты дурак, Коля, Скары! Ты компьютер заблокировал, Коля. Я случайно. Не склик. Походу, она все-таки работала. Блядь. Привет, Артем. Пенные Артем, глаза. Привет. Вспоминаю. Умираю, пенные глаза. Я только о тебе мечтаю. Пенные глаза. Самые прекрасные пенные глаза. Пенные глаза. Вспоминаю. Умираю, пенные глаза. Я только о тебе мечтаю. Так, пенные все, ладно, глаза. Не отвлекайте. Вот тут, пожалуйста, сейчас вот этот бой должен быть 100% победный. Фулл фокус. Да, все. Поэтому сейчас ротики позакрываем. Потому что этот бой решит, кто из нас кто. Коля! Ушки! Ушки у Коля! Ай-яй-яй-яй! Ушки, я буду здесь! Коля! На тебе, сучара, все, дубанул. Нормально, Коля? Нормально. Стой, девчонки, потанцуем ламбаду любви. Ну что, перезаряди аппарат. Опа, крутилка. Пусть Коля на пене потренируется вставлять дырочки перед приходом девочек. Перезаряди оружие. Не знаю, убил. А ну нажми этот Windows. Выход на с экрана. Сейчас. Не, не надо назад, сейчас. Друзья! Чуваки, чуваки. Есть контакт, шурпа пошла. Обратка. Сейчас попрем. Есть контакт, шурпа, обратка. Есть контакт. Останови машину прям выше, чуть-чуть прям на...
Опа, придет ж. Там зона, брат. Упри с дерева. Нормально, давай второе. Блять, только этого не хватало. О боже. Блять, Коля! Да, нет, малышка. Коля, за руль и просто въебуй, блять. Коля, блять, Коля, Коля, блять, мама, папа, Колю ебут, блять, все умерли. Коля, сука, иди сюда! Блять, сука, сам пидорас, блять! Играй сам. Ну, я старшаком был в старших классах. И у пи***ков это отбирал жвачку прямо изо рта. Чел, смотри, жвачку жует, сука. Я у него со рта прям забирал. Жевал ходить потом. У нас что сейчас? Сколько? Почему у нас пистолетного нету? Девяток? Что сделал сейчас? Днем кефира. Что за хуйня происходит? Какой-то долб***б на голову кефир вылил себе. Неприятно смотрится все это. Есть контакт. Блядь. Гуляевка и нам еще раз сразу. Блядь, Коля. Коля! Блядь, ну почему? Ой, брат, мне в жопу. Все, Коля, поехали в дрочильню. Коля, как ты тогда делал? Скажи. Ты сказал F, я нажал F. Ты не почувствовал движение персонажа, который впоследствии умер. Это пи***а, Коля, 5 раз умерли. Этот пи***ас Вовочка фиксирует все. Мразь.